Да, доброе время суток, дорогие детишки. Да, как и было обещано, Resident Evil 4, потому что 2 и 3 недоступны на ПЦ, если не пользуются эмулятором PlayStation с унылой графикой. Или какой там еще был? Resident Evil Zero и Код Вероника, кажется, которые были на Dreamcast, соответственно, тоже с эмулятором. В общем, сия пучина поглотила и я. Поэтому будем играть то, что дают. Вроде как тоже HD-версия. А без лишних слов, без слов томления, я, конечно, понимаю, что сюжет двух частей мы пропустили полностью. А где Харт? Я не понял сейчас. Харт? Где Харт-то? Resident Evil 4. Чё так громко-то? Resident Evil 4. 1998 год. Я никогда этого не забуду. Это был год, когда случились убийства в горах Арклей. Вскоре после этого новости по всему разлетелись миру, что это секретный эксперимент вирусный от корпорации Зонтик. Вирус вырвался в ближайшем горе к городу енотам. В общем, всем писец, включая енотов. Не желая все оставлять удачу, президент США дал указание взорвать все Кирилл и Фене. Когда все это попало, все эти данные попали в общественные руки, этого Зонтик закрыли нахер. Их акции упали в днище, и ей был писец. Тотальный писец. А господин президент, Resident Evil 4, обитель зла, полюбишь и козла. Спустя 6 лет. Я был специально тренирован в организации, которая была контролирована лично президентом. У меня была задача охранять президентскую семью. Я так сказал. Субтитров где? Почему нет субтитров? Эй, Снежок, скажи-ка, чё? Ты далеко от дома, да, ковбой? Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. Так, my assignment. Короче, вы знаете, для чего я здесь? Я ищу пропавшую дочь президента. Что, прям сам вот в одно лицо? Boys didn't just tag along so we could sing kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Бла-бла-бла, ничего интересного. Maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from. Капиталическая свинья говорит. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you. Бла-бла-бла, все еще ничего интересного. Я на вас рассчитываю, а не трупы. Где субтитры? Где? Я хочу субтитры. Какого хрена? Мне так не, ну, проще переводить. Я не слышу половину банальной из того, что они говорят, потому что сам говорю в это время, чтобы успевать. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. Строго перед тем, как я должен был начать защищать дочь президента, ее как раз и похитили. Поэтому я вот здесь. По данным разведки, девушку, похожую на президентскую дочь, видели где-то там. Кто-то ее держал в заложниках, какая-то неизвестная группа людей. Где, почему мы в Европе? Я думал, это где-то в Америке происходит. Чё это так похолодало, говорит? У меня аж сжалось всё. Наверное, глюки. Нет, это не они. Извиняйте, у меня простатит. Камни, знаете ли, выходят. Постепенно. Медленно и печально. По одному. Окей. А почему мы едем? Вроде полиция, а на машине без обогнательных знаков. В
Впереди деревня. I'll go and have a look around. Я осмотрюсь, пойду. We'll stay and watch that car. А мы останемся здесь на страже. Не хотим получить штрафы за парковку. Ну да, конечно, штрафы за парковку. Сыкло, блин. Так бы он сказал. Но он сказал просто. Ну да, конечно. Что это за придурки? Ты что-то сказал? Че ты бычишь, говорит? Сюжет, конечно, да. Леон, надеюсь, ты меня слышишь. Я Ингрид. Я буду тебя поддерживать. Да, слышу, ясно и четко. Так, значит, цель зовут Ашли Грэхэм. Она дочь президента. Так что веди себя прилично. Кем бы ни была эта группа, они... Что-то там я пропустил, уже неважно. Поговорим позже. Отбой. А чё так медленно? Какое печальное управление. Ёпцик-мопцик. Так, я чё-то не понял. Субтитры. Так, вот motion blur мы сразу отключим. Нафиг. Спасибо. Не понравилось игре, видите ли, что я её... Разрешение менял. Ну, точнее... Короче, управление ужасно, чуть более чем полностью имею я вам заметить немедленно. Потому что нету стрейфов вообще, совсем они отсутствуют. А как так-то? Как можно без стрейфов играть? Да еще и оно сделано, ну, настроено таким образом, что... что явно видно, что на джойстик оно рассчитано, а не на мышку. Хотя, конечно... Не скажу, что я еще и одобряю прицеливание с помощью вот такого прицеливания, с помощью лазерного прицела. По-моему, извращение редкой силы. Блин, мне без стрейфов категорически невозможно. Очень тяжело. Блин, да ё-моё, поворачивайся. Я привык как-то не так. А ты кто будешь? Excuse me. Прошу прощения. Сэр. Мужик, я тут вообще-то. I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. Вы не узнаете девушку на этой фотографии? Нахер, говорит, каброн. Каброн. Вроде в Европе. Какого хера он по-испански говорит? Хотя, может, мы в Испании, кстати? Окей. Мужик, ты чё? Стоять! Я сказал стоять! Окей. Мужики, вы чё? Я так понял, что нашим полицейским друзьям наступил капунчик. Все в порядке? Здесь был какой-то Борис Бритва. Пришлось обезвредить его, нихера себе. Тут есть еще пацаны. Короче, выбирайся оттуда. Understood. И спаси объект. Блять, да... Твою ж мать, какое же управление дебильное. Так, надо, во-первых, звук потише сделать, походу. А нету? Звука нету. Прелестно. Ну ладно. Короче, управление мне решительно не нравится. Где я вообще? Похоже, они убили много людей. Какая прелесть. Надеюсь, Ашли в порядке. Конечно, нет. А как... У меня есть патроны. А какого хрена ты не перезаряжаешь? Мне надо обязательно... Окей. То есть просто так ты перезарядить не можешь. Обязательно нужно выходить в меню.
Бля, похоже, надо джойстиком играть. Потому что это невыносимо. Да, ё-моё, джойстиком не сильно лучше. Ужасающе херовое управление, просто отвратительное. Ебрить. Не, ну его нахер. Это просто какой-то... Кто так делает вообще? Он не зомби, прелестно. А... Ну ладно. Если бы я играл в предыдущей части, я бы, наверное, знал, кто этот парень. Потому что я понятия не имею. Не открывается. Наверное, они его... Они ее подперли. А куда идти-то, собственно, тогда? Я что-то не вижу дверей. В окно? А. Да ты чисто Бэтмен скачешь. Это что сейчас было? Блять, да разворачивайся. Иди сюда. Сюда иди. Ау! Вот падла. Вилы длиннее, чем... А вот это мне нравится. Ага, вот придется так, видимо, разворачиваться, потому что по-другому это невозможно. Как вы в это играли на приставках, если кто играл? Это ж просто ужас... Это, блин, так управление не делают по-хорошему. Оно просто чуть более чем отвратительное. До свидания, пацаны. А, нет. А, собственно, зомби-то будут или что? Или так, пейзани с вилами будут дальше бегать. Враги, кстати, тормозные чуть более чем полностью. Что, в общем-то, меня радует, учитывая печаль управления. А лут будет что-нибудь такое, нет? Лут с них не собирается? Видимо, нет. Забавно, что... Это печатная машинка, да? То есть можно сохраняться теперь без ленты? Ой, давайте только без песиков, я же никогда по ним не попадусь так. Давайте-ка еще нахер уменьшим сенситивити. Скажем так. Блин, меня дико раздражает, что совершенно разные сенситивити, когда, ну, прицеливаешься и когда так, вот, крутишь головой, как бы. Это очень печально. Отлично, можно сохраняться без ленты. Прелестно, это уже радует. То есть, блин, если бы еще... Не, я теперь зато понимаю, почему народ сильно плевался, когда они поменяли все радикальным образом. Песик, ты че? Ты помогать мне будешь или за жопу кусать? Чё-то ты как-то подозрительно бодрячком побежал вперед. Ну, после того, как ты попал в капкан. А это взрывчатка? А снять ее можно и забрать с собой? Тихо будь. Это ты сказал. Там еще взрывчатка, е-мое. Это лут, я так понимаю. Прелестно. 900 песо, я так подозреваю. А мы что, а где мы вообще? Почему? Мы что, реально в Испании? Что-то не похоже как-то по... Ни по погоде, ни почему. И... А. Что это было?
было. Я смотрю, патронов завались, да, по сравнению с обычной, ну... А, это трава, да? Okay. Деревянный ящик, похоже... Чего? Его можно сломать. И как? 1000 песо. Зачем мне деньги? Я вот как-то... То есть не обязательно, что в... Окей. То есть не в каждом ящике может быть приз. Да сколько вас? Вы как? Все не очень, парни? Окей. Это мужик стоит. Блять, вот сейчас бы стрейф-то пригодился бы. Вот как? Я хочу пострефиться, ну блин, дайте мне хотя бы нас... Хотя бы настроить как-то это, дали бы, ну... Кто так делает-то? Как можно без стрейфов-то играть-то вообще? Это ж не наш метод. А сколько у меня патронов влезает в инвентарь, вы бы узнать. Блин, очевидно много. Очевидно бесконечное количество стакается в одну... Окей. А что там еще у нас-то есть? Ключи сокровища. Nine. Weapons. А, оружие и залечки просто в инвентарь складываются. Окей. А. А. То есть... Ё-моё. Да вы что, охренели? Это что вообще такое? И почему... Ну не, это неинтересно, когда вся карта сразу открыта. А... Ну ладно, конечно. Еще page down select. Где у меня page down вообще? Ё-моё, кликнуть-то в тебя можно как-нибудь? Нет у меня page down на этой клавиатуре. Ну блин. Взяли, обломали, все, зашибись тебе. А, это destination, это мне туда надо идти. Окей. Какой бред. Где... Кто так делает вообще? Я не знаю. Да хватит трещать по рации. Леон, как дела? Пока не родила. Извини, конечно, но... Hope you find it useful. I'll take a look at it. Thanks. Высылаю тебе мануал. Как играть тобой? Поиграй с собой, говорит. Окей. А вы что, реально думали, что я за все это время с 10 патронами добегал? Вот и все. Окей. Да. Конечно, спасибо, но... What the fuck? А зомби будут? Нет? Мне как-то с зомби веселее было. Что это за пизание? Вот тебе не повезло, я смотрю, да? Причем пизание почему-то только мужского пола. Бабы есть пристрелить? Вот, что-то есть. Можно мне отсюда выйти? Спасибо. А почему они разговаривают сами с собой? Пацаны. А может, вас не стоит убивать? Может, вы хорошие? Видимо, нет. Да, они определенно не очень хорошие. На, в жопу. Внезапно крит. А можно перезарядиться, а потом вы мне будете это все показывать? Они хоть и
не выглядят как зомби, но ведут себя как зомби. Тормозные, как писец. Блять, да разворачивайся, ты мудил. А нахер вы не пошли бы? Да, твою медь. Сколько вас там? Что-то вы мне не нравитесь. По-моему, я сейчас сдохну. Вы еще и так умеете делать? Похер иди, ты что делаешь? Не подходи ко мне, блядь! Я уперся уже, что за бред? Да чё их так много-то? И мне... Да не буду я смотреть на эту херню, бля. Ну-ка, вы двое, оба ко мне, блядь. А, ну да, конечно. Человек так, блин, их человек 30 там было. Я, конечно, не снайпер, ни хера. Блин, прицели у меня, потому что идиотская. Поэтому, блядь, идиотскому лазеру прицеливаться решительно невозможно. Может, не стоит их всех убивать? Может, не убивать? Убежать куда-то надо. Подходи ко мне, сука. Так. Ты чё дёрнулся? Так, спокойно. Так, блин, башку просто не попасть. Нахер пошли. Ну, блядь, разворачивайся, идиот. Чё ты ждёшь-то? Может, я зря сюда залезаю, в этот угол? А почему он без башки ещё стоит до сих пор? Не попал. Как у него башка-то сейчас взорвалась? Я понятия не имею. Ау! Хватит трясти экран мне. Я не понял, у меня что, патроны кончились? Блять. У меня же было 49 штук. Нахер пошли. Да блин, ты тормоз. Какой же ты, блядь. Это не управление, а какой-то ад. Да что ты делаешь-то сейчас? Блин, чушь вообще. Я вроде... Блядь, да что... А. Спасибо. Да пошли уже в жопу. Дайте еще патронов. И когда они кончатся уже? И одному кажется, что это бред. Они исчезли, что ли? Ну, блядь. Охеренно теперь, это что такое? Они исчезли просто, испарились. Прелестно. Я так
Мне что-то очень сильно подсказывает, что их всех убивать не надо. Это что, это уже какая-то чушь получается. Ну и то верно, с одной стороны. Чё это всю деревню-то вырезать? О. А как гранату использовать? Как ее использовать? Окей. Нет, это, конечно, в этом что-то есть. Но все равно чушь же редкой силы. Дайте патронов, что ли? Отлично. Какая граната? Зажигательная. Ну круто теперь. А внутрь вы зайти не можете, естественно, да? Прелестно. Или можете? Окей. То есть это был ивент. Лорд Саттлер. Он так что сказал, лорд Саттлер? А фак? What the fuck? Where's everyone going? Куда все пошли? What the fuck? Вот это фак. Ханиган, у меня плохие новости. Тело офицера есть у нас. Что-то случилось с людьми. Леон, тебе надо оттуда убираться. Ищи башню и следуй по тропинке рядом с ней. Так точно. What the fuck? Вот это. А и все, и врагов не будет, пока колокол не прозвонит. Можно как-то побыстрее карту включить, чтобы... О, можно. А я... Если я хочу сохраниться, что мне надо делать-то? А. Я понял. А я могу, интересно, я могу возвращаться потом в, ну вот, обратные локации, типа, чтобы там отыскать всякие ништяки, типа, патронов, или что-нибудь такое. Спасибо вот за это алоэ. Корова, ты живая? Корова же... Вая, извиняй, конечно. Искусство требует жертв. Мне надо было проверить, чтобы знать. Потому что знание — это половина битвы. Я сейчас куда иду? А, это обход, чтобы оббежать всю эту сволочь. Окей. Что за нахер, обоси меня Господь? Если бы он пошел со мной, то его бы здесь бы и опрокинули точно так же. Есть у меня такое стойкое подозрение. Так, курица. А, даже так, да? Вот так, значит, можно теперь делать. Ну, окей. Yes.
Я думал, 49 патронов это много. Оказывается, ну, если попадать так херово, как я это делал, тогда, конечно, это... О, ружье. Привет. Чё, серьезно, ружье? Просто ружье. Отличный выбор. Я так понимаю, полки ты открывать просто комоды не умеешь. Тебе надо обязательно крушить, ломать. Ну, конечно, не за твои же деньги куплено. Никто здесь не спал. Никто здесь больше не живет. А почему они ведут себя как зомби? Это тоже какой-то вирус? Что происходит вообще? Может быть, в предыдущей части, конечно, как-то раскрывали этот пассаж, но... А можно за... Почему? Я не хочу за какого-то Леона играть. Правда... Не, ну жопа видно-то. Надо, значит, за бабу играть-то. Чё, куда? Что ты с ним... Зачем ты ебер... Это что, для того, чтобы закрыть дверь за собой? Прекрасный выбор. Что-то как-то... Слов-то нет у меня по сравнению... Цензурных. Да. В смысле, я все пытаюсь сказать, что первая часть мне все-таки нравилась значительно больше. Реально, кто... Ну, да. Я понял, комоды для того, чтобы закрывать двери, и пацаны, чтобы не смогли пройти. А мы бы их расстреливали невозвратно. Окей, это все прелестно. Как мне попасть к сейву? Видимо, мне вот сюда. И какая отсюда может быть дорога, куда вообще? Или это для того, чтобы отсидеться? Да там ништяк лежит. А как залезать на... Ты серьезно собираешься... И тебе за это ничего не будет. Прекрасный выбор, я считаю. Где это... Вот этот ништяк это? Как туда залезть? Я пока просто пойду сохранюсь. Но, честно говоря, реально цензурных слов у меня по поводу происходящего пока что нет вообще никаких. Мягко говоря. Пацаны, а это... Обождите. Может быть, на меня они не всегда будут нападать? Может быть, не все на меня будут нападать? Пока что ни хера непонятно вообще абсолютно. Полностью ничего. Я... Ну и... Вы... А сам факт того, что нельзя громкость поменьше сделать прямо в самой игре, надо в Windows выходить. Вот так. Отлично. Соответственно, на сегодня все. Шарьте лайк эти видео, оставляйте ваш фидбэк, наши книги для жалоб и предложений, а наша секция для комментов внизу. Подписывайтесь на канал. Пойду-ка я наебенюсь, пожалуй, что-то... Да. До новых встреч в эфире, граждане.